Так, ребята, я сходила, погуляла, прогулялась в парке, зашла в магазин за продуктами. Сейчас я покажу, что купила. Еще зашла там еще в один магазин. Короче, чтобы не ходить второй раз за продуктами, я зашла сразу по пути в Дикси. Так, купила десяток яиц, окское, молоко, домик в деревне, две бутылочки, 2 литра. Потом я купила такие куриные голени Троекурово. Сегодня отварю половина. Ну, там сколько штучек мне надо, чтобы дня на три мне хватило. Так, купила йогурты на работу брать. Слобода, персик. Йогурт, персик купила. Вишню. Клубника и черника. Буду на работу брать каждый раз по одной штучке. Потом я купила себе черный хлеб ржаной, сыр купила белебеевский кусочек и купила творог с изюмом. Все. Это все, что я купила из продуктов. Так, сейчас я это уберу и будем разбирать второй пакет из магазина Думаркет. Посуда, текстиль, подарки. Я там накупила кучу всего. Сейчас я продукты уберу, потом дальше будем снимать. Так, ребята, продолжаем снимать. Вот такие две открыточки есть у меня. Мне их нужно сегодня подписать, а завтра отправить. Вот это вот маме с фиалками. А вот это вот племяшке с бабочками, с цветочками. Так, надо подписать две открытки. Завтра я с утра поеду на работу. Ну, и по пути отправлю, брошу. Так, ребята, я была в Думаркете. У меня же там карточка. Ребята, я купила себе большое полотенце. Долго думала, какой цвет взять. Взяла бирюзовый, ну такое. Можно было голубое взять, там розовое. Но я взяла вот такое бледное, такое бирюзовое, бежевое. Купила себе полотенце. Потому что мое полотенце все обтрепалось, уже лохмотьями. Ну, решила пока одно купить, попробовать. Если понравится, еще парочку куплю. Не только себе, там еще кому-нибудь. Еще хочу такие же купить поменьше для лица. Ребята, я купила белую скатерть. Такая более-менее тряпочная, с такими вот, как вам сказать, узорами, разводами. Вот она. Такая вот скатерть 140 на 220. Большая белая скатерть на праздник, если будем раскладывать стол, если будем ставить посуду. Там была, кстати, очень красивая белая скатерть на овальный стол. Она стоила там 1500. Ну, это 500 рублей, по-моему, стоит. Она такая красивая. Можно, ну, чисто белую неинтересно, а тут вот такие вот узоры. Вот такие вот блестящие. Что-то меня тянет все на белое, серебристое, блестящее. Теперь, короче, я с белой скатертью. Купила я еще одну баночку. Третью уже. Она высокая. Такая же у меня была, так пониже, вот так, на сантиметр, на полтора. Это чуть повыше. Вот, короче, завтра в ней возьму бульон и кусочек курицы. Решила, что надо повыше брать. Низкая, это только для второго блюда. Ой, ребята, смотрите, какую я красоту купила. Не удержалась. Мне так нравится белая посуда с золотым, с таким. Так, сейчас мы это все. Корал какая-то фирма. Даже не знаю, где это делают. Не вижу я без очков. Потом посмотрю, скажу. Сейчас очки достану. Там, ребята, там вот такие тарелки.
Ну, это просто маленькая тарелочка, там положить на стол колбаску, сыр там порезать. Так. Чье это производство? Город Калуга, что ли? У нас в России делают. Да, в России делают. Классная штука. Я люблю белую посуду с золотым. Короче, я купила самую маленькую квадратную тарелочку. Там была чуть средняя и большая. Еще они такие же глубокие есть, как салатники. Вот. А еще такие же. Но там всякие есть. Круглые, какой хочешь. Я взяла вот самую маленькую. А еще я купила точно такую же салфетницу. Вот под нее, под эту тарелочку. Я не знаю, ребята, как я жила на свете до этого, до сегодняшнего дня. Но у меня даже салфетницы в доме нет. Так, вот сейчас мы попробуем поставить салфетки. Ну, вот, допустим, их вот так сложить. Ну, салфетки у меня, конечно, не очень красивые. Можно и покрасивше купить, покрасивее так на Новый год. Ну, вот так это будет примерно выглядеть. Зря я их сложила, что-то некрасиво. Так поставить, как парус. Ну, вот так примерно. Ну, вот. Поставлю я на свою серебристую, вот на эту, представляете, я вот поставлю вот на эту белую скатерть, я поставлю тарелочку белую, поставлю на нее вот такую вот красивую штуку. Я, конечно, не на тарелку ее поставлю, на тарелке будет закуска, вот будет салфетница такого же цвета. Такая вот она красивая. Видите, как это все. Я люблю белую посуду, белые скатерти, белоснежные. Я люблю вот это вот белое все. Мне кажется, красиво все это выглядит. Вот. Так, сейчас посмотрим, что я еще купила. Ребята, я купила себе стакан. Даже при всем при том, что он не термос, он не сохраняет ни тепло, ничего, из него можно просто пить. Но зато смотрите, какая красота. Ребята, смотрите, какая красота. Стакан в виде кошечки. Тут написано Beautiful, да? Beautiful написано. Вот такой вот стакан. Бутылочка. Просто бутылочка для воды. Но такое с собой в дорогу не возьмешь, честно говоря. Я погорячилась. Ну, потому что, вот видите, тут такая вот это как соска. Пить можно, короче. Вот так, это кошачья такая голова, она вот так закрывается, и тут кошачьи ушки. Вот. Я даже могу вам показать, как этот стакан можно использовать. Сейчас чуть позже покажу. Попозже покажу, как его использовать я буду. Так. Так, и последнее, что я купила. Ребята, я купила казан. Чугунный казан, чугунный с антипригарным покрытием. Такой вот казан. Купила я его в Думаркете. А на него была скидка. То есть я его купила за 1200, а стоил он дороже. Он стоил там 1500 или 1700, что-то вот так. Или 1800. В общем, сэкономила. Давно хотела казан. Я, в принципе, много чего хотела. Я еще хочу купить себе утятницу. Но они там такие дорогие, чугунные утятницы. Поэтому я
я решила начать с казана. Сейчас я вам покажу. Так, во-первых, сюда входит такая большая крышка. Так. Потом сам казан. Он, кстати, в магазине мне как казался маленький. На самом, он еще такой, видите, золотой с обратной стороны. Там были черный, серый, а этот золотой, красивый. Так, теперь я буду в нем варить плов. Еще почитаю, что можно делать в казане. Чугунный казан. Интересно, можно его ставить в духовку, например? Я бы, конечно, еще утятницу купила. Только куда все это складывать? Так, ребята, смотрите, здесь есть такая штука, решетка, которая ставится вот так сверху, на пол казана. И на эту решетку можно выкладывать овощи. То есть, когда делаешь там что-то, тушишь мясо с гречкой или там плов делаешь, потом к этому... К этому казану вот такие две палочки. Я, правда, не поняла, что это за палочки, для чего они. Они тут завязаны, две палочки. Или это палочки, вот которыми вот едят это вот японцы, вот эту еду. Вы мне напишите, кто знает, для чего тут палочки две. Короче, этими палочками, наверное, суши можно есть. Только они что-то такие здоровые. Так, а потом в придачу к этой сковородке, к этой... К этому казану вот такая лопатка была. Вот такая лопатка. Представляете, иногда одна вот такая лопатка рублей 500 стоит. А тут целый набор из всего, я сейчас скажу, сколько стоит, но где-то 1200. Сам казан что-то стоит, решетка, вот тут две палочки. И вот эта вот сама ложка тоже денег стоит. А тут вот все это, весь целый полный набор, всего 1200. Так что я считаю... что я купила нормальную вещь. Все. Как я все это доволокла, все это... Я еще в Дикси зашла. Вот этот весь пакет с покупками из Думаркета. Весь этот пакет я положила в Дикси в ячейку, а потом я это... Пошла, ну, продуктов еще купила. Вот видите, сколько всего у меня прибавилось, ребятки. Можете меня поздравить. У меня красивая баночка. Я сейчас налью туда кваса, положу лед и буду пить, сидеть, балдеть. Конечно, оно будет быстро остывать. Вот в той металлической банке она хотя бы держит холод. Вот видите, у меня теперь есть белая скатерть. У меня такая красивая тарелочка белая. У меня теперь салфетница красивая есть. Начинаем красивую жизнь. Никогда начинать не поздно. Баночка такая вот, если на работу обед брать. Короче, ребята, видите, перехожу на красоту. Мне бы еще ремонт в квартире сделать. Так, короче. Так, мусор я потом уберу. Тут такая привычка дурацкая. На пол кидаться. Начинала с пакетов, теперь все подряд швыряю на пол. Так. Сейчас я скажу, сколько потратила. В Дикси я потратила 930 рублей всего. Да я купила-то всего, блин, 2 молока, 4 йогурта, хлеб, сыр и творог. А, еще куриные эти... куриные, как это, голени или как называется? Так. Голень куриная, да. Голень 220 рублей. Вот эти йогурты по 35 рублей. Два молока 120. Яйцо 89. Хлеб. Что-то хлеб дорогой. Такой маленький, 300 грамм хлеба. Что-то 77 рублей. Так, масса творожная 78, сыр 170, вот этот кусочек, и голень 220. Короче, 930, ну, 1000 почти потратила в Дикси.
Ну, на маркете, конечно, больше потратила. Что-то там около 3000. Даже больше, наверное. Так. Ну и где тут у нас цены? Бутылочка вот эта 400 рублей стоит. Кошечка. Так, подставка для салфеток 270 рублей стоит. Тарелка десертная тоже 270. Контейнер вот этот для первого 170 рублей. Полотенце 560 рублей. Это недорого для большого махрового полотенца. 600 рублей почти. Так, скатерть 700 рублей. Ну и все. Так, а казан? Где казан? А, казан 1300. В общем, я потратила 3700. 3700 и 1400. Короче, 4700 потратила за один поход. Еще бы 300 ре, и было бы 5000. Ну, ничего, так шиканула на 5000 почти. Так, ладно. Короче, ребята, я тут на телефоне как-то обновление делала. Тут новая программа, поэтому я с ней мучаюсь, никак не могу разобраться. Короче, положила я 4 кусочка льда в этот стакан, который я купила. Потом я наливаю туда квас. Вот, наливаю квас. Наливаем полный, чем мелочиться, как говорится. Вот. И теперь мы накрываем, закручиваем крышку. Так. Закрутили крышку. Я так думаю, сильно не надо закручивать. А то стакан все-таки пластиковый, может треснуть. Вот такая у нас красота получилась. Ну что можно из нее пить? Можно хоть воду, хоть что. Очень даже неплохо. Вот такой у меня стакан теперь есть в виде кошечки. Конечно, я сама не понимаю, в чем тут прикол, но просто мне очень понравился. Так интересно, когда стакан закрывается, как будто кошка пищит. Вот такой стаканчик. Можно, например, налить вот так квас со льдом и пойти на работу. Ну, то есть, пока едешь, по дороге можно выпить. В принципе, молодежь с такими и ходит. Иногда кофе. Можно кофе налить. Идти вот так пить, когда торопишься, опаздываешь. Можно по дороге там в автобусе выпить. Или по дороге. Молодежь с такими ходит банками. Можно где-то кофе купить, сюда перелить, идти пить. Хотя сейчас продают кофе с крышками, с такими, в принципе, нормальными. Ну, ничего, баночка интересная. Там точно такая же была, еще розовая. Там что-то было написано, принцесса, то да все. Но я же все-таки не ребенок, поэтому я черную баночку себе взяла. Короче, все на сегодня с покупками.